Вот такая у нас тут красота. Там за горизонтом скоро встанет солнышко. Просторы. Моя лодка. Вот там горит костерок. Греется котелок. Сейчас мы будем варить уху. У меня отпуск, я отдыхаю, рыбачу. Жалко, конечно, погода не очень. Пока еще холодно у нас, днем 15, ночью около 10 градусов всего. Но рыбка ловится. Не поймал? Нет. Попробуй там. Вот тут попробуй. Свежего хариуса на уху было бы хорошо. Так я сейчас буду рыбу мыть. Вот там сын пошел, там коса выходит. И она еще метров 15-20 вот так вот в озеро такая, мелкая-мелкая, так выходит. Когда тепло летом, тут купаться вообще замечательно.